Красота и здоровье. Необходимые витамины для красоты и здоровья. Часть 10. Мы продолжим наш разговор о витаминах, которые отвечают за нашу красоту. Гладкую кожу, шелковистые волосы, глаза, стройную фигуру и легкую походку. Следующим представителем необходимых витаминов для красоты и здоровья является витамин Э. Еще один витамин красоты весьма важный для женщины. Его название объединяет комплекс ненасыщенных жирных кислот омега-6, омега-3. Столь необходимый для здоровья человека. Он помогает усваивать жиры, нормализует липидный обмен в коже, способствует выведению из организма лишнего холестерина, улучшает регенерацию кожи, улучшает отток и циркуляцию крови, препятствует образованию отеков. Благодаря этому витамину сжигается подкожно-жировая клетчатка, снижается вес, улучшается питание кожи и волос. Искать полиненасыщенные жирные кислоты следует в растительных маслах – в льняном, соевом, подсолнечном, кукурузном, оливковом, ореховом и других. Помимо этого, витамина Э в достаточном рыбьем жире и авокадо. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось видео, вы знаете, что нужно сделать.